В Соединенных Штатах Америки раскрыли детали будущих переговоров госсекретаря США и министра иностранных дел России. Как заявил на брифинге спикер Госдепартамента Нед Прайс, на ближайших переговорах Энтони Блинкен планирует передать Сергею Лаврову жесткий месседж о недопустимости аннексии новых территорий Украины, а также предупредит о последствиях, которые повлекут за собой новые нарушения международного права. Энтони Блинкен намерен в ближайшее время поговорить с Лавровым по телефону. Это произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Госсекретарь хотел бы передать очень жесткий месседж о нашей обеспокоенности тем, что Россия может попытаться аннексировать силой часть суверенной украинской территории. Мы слышали очень тревожное заявление от министра иностранных дел Лаврова. Он буквально на днях заявил, что географические цели России выходят далеко за пределы Донбасса и потенциально могут включать другие регионы. Мы хотим, чтобы министр иностранных дел Лавров услышал непосредственно от госсекретаря Блинкена. Аннексия силой будет грубым нарушением устава ООН, международного права, и за это придется заплатить серьезную цену.